За номер 7! Нет, 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 Ариэль, сейчас будет номер 8. Номер 8! Рубка ложись! Эскадрон! На изготовку! Канаме! Пять! Оп! На неделю опоздал я на час, и Влад быстро берет меня к себе в помещение. Пускай это из носа юшку, пускай это из души юшку, и еще под суд отдает. Четыре генерала с медалями за турецкую войну судят каждого кольку. Это совсем так делают, или только с евреями? Арнелия, куда бы ты была? Причем тут евреи? Еврей, который сел на лошадь, перестал быть евреем и стал русским. Ах ты, сука, ты что ты так поможешь? А вы что, лай? Теплые морские ванны прямо к вам. Я люблю ванны. Ну, Лазарь,
принимаете морские ванны. Через день, как часы. Он принимает морские ванны. Худо-бедно надо оставить 50 копеек на ванну. Вы меня простите, Релеев, если я перебью вас. Но в нашей Одессе есть молодое вино. Лёвка! Есть греческий базар. В конце концов, не из фанков. Разрешите. Лазарев, вы захаживаете к фанкову. Я захаживаю к фанкову. Он захаживает к фанкову. Буду бедно, надо оставить 30 копеек у фанкову. Я прошу прощения. Я не скажу 40. Релеев. Если прибью вас, то хочу вам сказать, что я оставляю у Фанконе рубль, а то и полтора рубля. Лазарь, вы мог, вы негодяй, каких свет не видел. На 30 рублей живет семья, еще учит детей на скрипке, еще оставляет где какую копейку. Это наши двое. Привет. Наше дворе немного угорело от утюга. Нет, я понимаю, Релеев, от утюга может угореть всякий. Но вот быть хорошим человеком, это не всякий может. Фраза сказана у... Нет, вы меня простите тысячу раз, но о Боярском вам надо знать, что... Он не интересуется капиталом. Капитал — это ничто. Боярский интересуется исключительно счастьем. Нет, скажите мне, дорогие мои, что для меня вытекает из моей фирмы, которая выдает 100-150 костюмов в месяц, плюс к этому польты, плюс к этому брючные комплекты? Скажите, что для меня вытекает из моей фирмы, когда я интересуюсь исключительно счастьем? Я... Лазарь, если мы поведем наше дело как люди, а не как шарлатаны, вы будете обеспечены счастьем до самой вашей смерти. Живите 120 лет. Спасибо. Обоюдное исполнение желаний боярские! Ah!